Всем большой привет! В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом очень ароматных блинов со вкусом мохито. Приготовить их совсем не сложно, они получаются очень вкусными и ароматными и идеально сочетаются с медом. Для этого рецепта мы берем 300-350 мл молока, 150 граммов пшеничной муки, 25 граммов мяты, 1 яйцо, лайм, щепотка соли, 15 граммов сахара, 20 граммов растительного масла или можно взять сливочное, и для подачи нам понадобится мед. Для начала отделяем листочки мяты от веточек, оставьте немного мяты для украшения и если захотите, можно также немного нарезать и в само тесто для блинов. Заливаем мяту молоком, хорошенько все вместе перемешаем и отправляем подогреваться на плиту. Доводим молоко с мятой до кипения, но не кипятим. Выключаем и оставляем так вместе с листочками мяты молоко остывать. В удобной миске хорошо смешаем яйцо с сахаром и солью. Затем добавляем просеянную муку и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Можно чередовать с молоком уже остывшим. У меня оно остыло, я заранее его процедила. И добавляю в наше тесто. Снова хорошо все перемешиваем. Теперь в тесто добавляем цедру и сок одного лайма, растопленное сливочное масло, ну или растительное, какое вы возьмете. Снова хорошо перемешиваем. И теперь на раскаленной сковороде жарим блины привычным нам способом. Ну что, блины со вкусом мохито готовы. Осталось добавить немного меда и наслаждаться этим ароматным блюдом. Я желаю вам приятного аппетита. Мы с вами снова встретимся в новых видео и с новыми рецептами. Не забывайте оставлять ваши лайки, комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады вас видеть. До новых встреч уже совсем скоро. Всем пока!